Всем привет! Вы находитесь на канале PhotoMobile. Сегодня на обзоре рассмотрим чехол-бампер для Redmi 4A. Лаконичный дизайн делает его подходящим как для девушек, так и для парней. По периметру бампера идет пластиковый ободок. Это защитит чехол от преждевременного истирания, продлив его срок в эксплуатации. Вырезы под камеру и все разъемы позволяют использовать все возможности смартфона, не снимая чехла. Благодаря особому ТПУ и пластику, данный аксессуар приятный на ощупь и предотвращает выскальзывание смартфона из рук. Чехол легко монтируется на устройство и также легко меняется при необходимости. Еще одной важной деталью является то, что он два в одном. Им можно пользоваться как в качестве бампера, так и в качестве накладки. С новым чехлом вам не придется беспокоиться о появлении трещин, царапин или вмятин в результате бытовых ситуаций. На сегодня все. Все пожелания и предложения пишите в комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи на нашем канале.